Познакомиться с архитектурой через селфи. Такую квест-игру предложили ребятам из социально-реабилитационных центров региона. Участников, а их несколько десятков человек, разделили на 7 групп. Вместе с преподавателями они передвигались по городу и фотографировались на фоне известных памятников конструктивизма. Идея этого мероприятия родилась из того, что многие жители нашего города и области не знают самых интересных и отличительных черт областного центра. И свежие, молодые, новые, в чем-то утопические идеи конструктивизма реализовались в ивановской архитектуре, и эти объекты... Маршрут ребята узнавали по ходу игры. Отправив организаторам фотографии с одной точки, они получали адрес следующий. Всего за пару часов дети ознакомились с краткой историей советской архитектуры, а заодно сфотографировались с домом птицы, кораблем, подковой и пулей. Сейчас бегают по городу и узнают эти здания, фотографируются на фоне них. И впоследствии мы надеемся, что они будут чаще к нам приезжать и все-таки запомнят этот стиль и в своем городе тоже будут искать данные сооружения. Свои знания ребята применяли на практике. Лаконичные формы и монолитность конструкции – отличительные черты конструктивизма. Следующий квест планируют провести по другому архитектурному стилю и в более подходящую для прогулок погоду. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.